Аминь. Боже, милосердный нам грешным, создавшим нас, Господи, помилуй нас. Вечисла совершили, Господи, прости и помилуй нам грешным. Благослови. Царю небесный, утешитель души и силы, и железницы, и вся исполняя сокровища благи, и жизни подателю, приди вся мы, и очисти мы от всякие скверны, и спаси Боже души нашу. Отец наш небесный, Господь и Бог, Иегова, Создатель наш, молим Тебя именем Господа нашего Иисуса Христа. Благослови нас выйти на благовестие к людям. Даруй, Господи, для этого нужных слов Твоих, чтобы остались они у нас в памяти и через разумение наше, через любовь к людям, к Тебе, Господу Творцу, к словам Твоим, к себе, к спасению нашему, наших душ. Могли мы все это рассказать и тем, кто не знает о Тебе. Тебе слава за все, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Давай, Сереж, ты читай, потому что я тут с толкованием еще полтора связан. Да, 19. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Толкование. Это мы читаем Евангелие от Матфея, 5 глава, с 19 стиха. Малыми заповедями, толкование блаженного Филарета, малыми заповедями называет не заповеди закона, но те, которые он сам намеревался дать, Христос. Малыми же называет их по смирению, дабы и тебя научить не высокомудрствовать в учении. Малейшим наречется в Царстве Небесном. То есть, тот, кто сам не исполняет заповедей и учит других, не имея дел, в воскресенье окажется последним и будет брошен в гиену. Не думай, что он войдет в Царство Небесное. Нет. В Царство Небесное не войдет тот, кто учит других, сам презирая и попирая заповеди. Но под царством, разумея, здесь воскресение. Наперед сказал, сотворит, а потом уже научит. Ибо как мне другого вести по пути, по которому сам я не хожу? С другой стороны, если я и творю, а не учу, не буду иметь такой награды, но заслужу даже наказание, если не учу по зависти или по лености. Добавлю Златоуста толкование. Ну такое. Когда ты слышишь слова «меньшие в Царстве Небесном», то разумение не иное, что как гиену или мучение. Царствием он называет, Господь, не только наслаждение будущими благами, но и время воскресения и страшное второе пришествие. В самом деле, возможно ли, чтобы тот, кто назовет брата своего глупым и нарушит одну из заповедей, был ввержен в гиену, а кто нарушит весь закон и других доведет до того же, будет находиться в царстве? Не это, следовательно, разумеет здесь, но то, что нарушитель закона в то время будет меньшим, то есть отверженным, последним. А последний, без сомнения, ввержен будет тогда в гиену. Будучи Богом, Христос предвидел беспечность многих. Предвидел, что некоторые примут слова Его за преувеличение и будут умствовать о законе так. Умствование их. В кавычках. Неужели тот будет наказан, кто назовет брата своего глупым? Неужели тот прелюбодей, кто только посмотрит на жену? Предотвращая такое небрежение к закону, он и произносит страшную угрозу против тех и других, то есть и против нарушителей закона, и против тех, которые других доводят до этого.
зная такие угрозы, и мы подчимся, то есть побеспокоимся, и сами не нарушать закона, и не будем ослаблять ревности других, желающих блюсти его. А кто сотворит и научит, великим наречется, 19 стих. Мы должны быть полезны не только для самих себя, но и для других. Не одинаковую награду получает тот, кто только сам добродетелен, но и тот, кто ведет с собой к тому же других. Как учение, не оправдываемое делами, осуждает учащего, но и научая, говорит апостол, другого, себя не учишь, Римлянам 2 глава 21 стих. Так и добрые дела, если мы не будем в то же время руководить и других, получают меньшую награду. Итак, в том и другом надобно быть совершенным. Исправив прежде самого себя, должно приложить старания и о других. Потому-то и сам Христос поставил прежде дела, а потом учения, показывая, что только таким образом можно учить с успехом. В противоположном же случае скажут врачу: исцелись сам себя. Лука, 4 глава, 23 стих. В самом деле, если кто, будучи не в состоянии научить самого себя, вздумает исправлять других, тот сделается для многих предметом посмешища. Вернее же, он совсем не в состоянии будет учить, так как дела его будут противоречить его учению. А если он будет совершен в том и другом случае, то всякий, кто наречется в Царстве Небесном. Ибо 20 стих. 20 стих. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Толкование. Под правдою разумеет всякую добродетель, подобно как в словах. Иов же был истинен, праведен, непорочен. 1 глава, 1 стих. Итак, вострепещи, человек, при мысли о том, сколько от нас требуется. Затем Господь научает нас, как нам превзойти книжников и фарисеев, и исчисляет, как нам... Затем Господь научает нас, как нам превзойти книжников и фарисеев, и исчисляет добродетели. 21 стих. Я тут еще есть Златоуст, давайте внимательно. Здесь под словом «правда» разумеет вообще всю добродетель. Так и в повествовании об Иове сказано: «И был человек непорочный, праведный». Иова 1.1. Там тоже Иова 1.1. В таком же смысле апостол Павел праведником называет того, для которого, по словам его, и закон не положен. Это 1 Тимофею, 1 глава, 9 стих. Сейчас откроем. Читаем. Так, а мы знаем с 8 стиха, что закон добр, если кто законно употребляет его, зная, что закон положен не для праведника, но для беззаконных и непокоривых, нечестивых и грешников, развратных и оскверненных, для оскорбителей отца и матери, для человека-убийц, для блудников, мужеложников, человека-хищников, клеветников, скотоложников, лжецов, клетвопреступников и для всего, что противно здравому учению. Вот. Что тут написано дальше. Да и во многих других местах можно видеть, что слово это употребляется для значения вообще добродетели. Из этих слов Христа ты можешь, между прочим, видеть, как приумножалась благодать. Если Христос желает, чтобы ученики его, едва вступившие на путь правды, были лучше учителей ветхозаветных, говоря о книжниках и фарисеях, он не разумеет приступающих закон, но исполняющих его. Если бы это были люди, не исполняющие закона, то Господь не сказал бы об их правде, и правду, которой нет, не стал бы сравнивать с правдой существующей. Заметь еще
и то, как Господь подтверждает существование древней правды, сравнивая ее с новой правдой, то есть с новым законом. То есть ветхий закон и новый закон. Христос подтверждает, что да, был ветхий, но сейчас новый, и он говорит новый, то есть противоположность ветхому. Но это не значит, что ветхий нужно убрать. Вот в чем дело. И что он не был нужен. Итак, это показывает, что та и другая правда сродны между собой, так как больше ли, меньше ли правда, но все-таки правда. Итак, Христос не хулит древней правды, а хочет возвысить ее. В самом деле, если бы она была худа, то Господь не стал бы требовать высшей, не стал бы усовершенствовать ее, но просто отверг бы. Отчего же, спросим мы, ныне она не вводит в Царствие Небесное? Это правда ветхая. Она не вводит тех, которые живут после пришествия Христова, так как они, получившие большую силу, должны оказать и более подвигов. Вот. Питомцев же своих вводит всех. Питомцев, то есть тех, кто ветхозаветный. И Господь в субботу сошел в ад и выводил именно тех, которые по этой правде жили. По ветхозаветной. Ну или старались жить. И многие, говорит, от востока и запада придут, говорит Господь, и возлягут в недрах Авраама, Исаака и Якова. Матфея, 8 глава, 11 стих. Так известно, что Лазарь, удостоившийся великих наград, находится в недрах Авраама. И вообще все, особенно просиявшие в Ветхом Завете, просияли этой правдой. И сам Христос, пришедший в мир, не исполнил бы этой правдой всецело, если бы она была худа и не сродна с новой правдой. Если бы он делал это только для того, чтобы привлечь иудеев, а не для того, чтобы показать ее сродство и согласие с новой, то почему не исполнил он законов и обычаев эллинских, чтобы привлечь к себе и эллинов? Все это показывает, что ветхозаветная правда не потому не вводится в Царство Небесное, что она худа, но потому, что настало время заповедей высших. Если она и несовершенна, несовершение новое, то и отсюда не следует, что она была худа. Иначе на том же основании можно было бы сказать то же самое и о новой правде. Ведь и ее знание в сравнении с будущим есть знание отчасти несовершенное, а когда наступит совершенное, упразднится, когда придет, говорит Писание, совершенное, когда упразднится отчасти. 1 Коринфянам, 13 глава, 10 стих. Это-то и случилось с древней правдой по введении новой. Ну тут, то есть, Златоуст защищает Ветхий Завет, как и сейчас мы видим эти нападки со всех сторон, и даже не только от сектантов, которые очень не любят Ветхий Завет, по многим причинам, но даже до того, что и в самой церкви священники тоже говорят о Ветхом Завете как о чем-то уже прошедшем. Итак, когда Господь обещает нам и высшие награды, и большую силу от Духа Святого, то по справедливости требует и больших подвигов. Здесь обещается уже не земля, текущая молоком и медом, но маститая старость, не многочадие, не хлеб и вино, не стада овец и волов, но небо и благо небесное, усыновление и братство с единородным, единородный с большой буквы, то есть Иисус Христос, соучастие в наследии, в славе и царствовании, и другие бесчисленные награды. А что мы удостоимся и большей помощи, это видно из следующих слов апостола Павла, который говорит к Римлянам, 8 глава, с 1 по 2 стих. Сейчас откроем Римлянам, 8 главу.
есть. И первый стих. Итак, нет ныне никого, никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Вот такие серьезные вопросы разбираются. Таким образом, изрекший угрозы против приступающий закон и обещав великую награду исполняющим его, показав затем, что по праву требует от нас более прежнего, ну, видим, что говорили древним так, что возлюби ближнего своего, ближний это тот, кто рядом с тобой, кто тебе единокровный там и так далее. А теперь говорит вообще всех возлюби. То есть ясно, что величина какая. Или в прелюбодействии. Не просто ты с женщиной совокупился, а просто подумал в голове, посмотрев, возжелав ее. Вот как. То есть видим, что все это так и есть. Христос начинает, наконец, предлагать новые законы. Притом не просто, но сравнивая его с постановлениями древнего закона. Таким сравнением он хотел показать, во-первых, что его законоположение не противоречит прежнему, и во-вторых, что он справедливо и весьма благовременно к древнему закону присоединяет и новый. Так, кто же хочет сказать еще, что вы столько пишете? Скажите нам. Что? Я пропустила немножко. Да ладно, нормально все. Давай, брат, читай следующее. 21 стих. Я думал, вы по делу пишете. Ну, так говорите нам. Вы зачем вы меня вопрошаете-то? Я должен вас вопрошать. Я вопросил дальше. Трубите трубой. Евангельской. Я записал то, что ты, я законспектирую то, что ты говоришь после того, что я то и конспектирую. А что ты думаешь? Ясно. Говоришь? Нет, я думал, что вы, может, добавка какая-то. Может, у вас мысли. Мысль какая-то развить, пример какой-нибудь. Ну, так это... Пример новозаветного и ветхозаветного, как они в согласии, вместе, слитно, единородно возводят человека до Сына Божьего. Я думал, этот пример вы сейчас скажете. Таких много примеров таких, конечно. Ну да, вот и хотелось услышать пример. Ну, будем говорить такой пример. Давайте человека тогда хоть назовем, что ли. Это Яков, брат Господень. Его по-другому, как Яков праведный, не называли, представляете? Да. Мы все говорим, что правду вот никто не смог до конца выполнить закон, а считалось вот современники Иисуса Христа, но я так понимаю, не сам Господь считал это так, но однако, считали, что Яков это вот тот самый праведник, который исполнил все законы. Но исполнить их невозможно, мы понимаем, но вот он такой. И народ выбрал его, христианский народ, первые христиане, выбрали его первым своим епископом иерусалимским. Он был первый епископ Иерусалима. А второй Яков кто был? Ну, было три Якова. И еще брат за Яков. Яков и Иоанна, и Яков, брат Господень, который написал нам Евангелие оставил. Ой, Евангелие, послание в Новом Завете. Ну, это ты есть Яков, что ли? Да, это Яков, брат Господень. Брат. А еще, да. А еще Яков Завидеев был. Да, этого Иоанна. Да, Иоанна, Богослова, брат. Да. И, этот вот Яков, брат Господень, который... А, это от Иосифа. От Иосифа, да, праведник его называли. И еще третий кто? Ну, это вот он и есть. Он и есть епископ. Он и поставил по себе память этим посланием. Поняла. Она прослушала. Иаков, брат Господень, это и есть епископ. Иаков, это брат Иоанна Богослова. А еще третий?
Ну, все, больше нет. Два что ли только? Ну, в Ветхом Завете еще. Ну, а, ну Яков это патриарх. А, вы имеете патриарха еще в виду. Ну, патриарх Яков, да. Это самые известные Ветхом. Яковы, да. Да. Не, ну мы как бы говорим те, которые в одно время были. Да, 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 я говорю. Два Якова. Со Христом были. Да, со Христом были два Якова. Мы больше не будем никого вспоминать, там, возможно, еще есть, ну, самые близкие здесь. И его убили, первого, кого убили, именно брата Господня Якова, да, праведника. Да. Убивали его жестоко и добивали до конца уже. И когда его убили, тогда Ирод понял, что народу это угодно, и решил дальше убивать апостолов. Поймали тогда Петра. Хотели его тоже казнить, но там начались как бы чудеса Господни, милость Господня. Господь начал освобождать. И апостола Петра освободил, и отправил на проповедь в другие страны. И избрал тогда и Павла Малого, как переводится слово Павел, и сделал из него, Савла, и сделал из него Павла Малого. Из льва сделал он кроткого. Бьянка. Да. Так, ну можно немножко? Ну это, да, конечно. Припоет слово, да, да. Это блаженного Феофилакта. Да. Еще раз повторю 20 стих. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Угу. То есть о праведности книжников и фарисеев ты хотел заострить вопрос, да? Да. Вот, то есть обычно почему нас, так Господь сказал именно? Обычно у нас отношение книжники, фарисейничаете, вроде как-то у нас такое негативное к ним отношение, книжники, фарисеи. Почему? Что у них такого? А тут написано, что они праведные. А мы должны быть еще больше праведные, тогда мы войдем в Царство Небесное. То есть мы будем, если мы будем ровно настолько праведны, насколько книжники и фарисеи, то мы не войдем в Царство Небесное. То есть мы должны превзойти эту праведность. И в чем же это превзойдение? Ну не превозношение, а вот именно в чем мы должны превзойти? Вот в чем? То есть книжники и фарисеи... Есть место Писания. Да. 23 глава. 23 глава говорит так. Тогда Иисус начал говорить с первого стиха народу и ученикам своим и сказал, на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Итак, все, что они... велят нам вам соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают. Это вот то вопрос, который вы два занятия назад уже подняли. Это очень наиважнейший вопрос для любого христианина, для любого, при любого человека, который себя считает религиозным. Вот сектанты, они себя считают религиозными. Это первый вопрос, который должен человек решить. Если ты настоящий верующий, истинно православный, ты должен быть учительным. От этого никуда не деться. Учительным должен быть. Вот что ты прочитал, ты должен исполнить. То есть, вот взял это, исполнил и теперь понес это все в себе, через слово, через дела свои понес. Вот сегодня дневник читаем, 5-го года. Вот Сергей Павлович Пупков, пример у нас есть. Вот 6 апреля 2005 года, что за день? Сейчас Сергей Павлович у нас подумает и скажет, я дрессировал там какого-нибудь дойморт-топ-чепа какого-нибудь терьера. Но это не так. Когда я сейчас скажу, он это запишет, сегодня придет себе, на стенку повесит. Так вот, Сергей Павлович сегодня в дневнике вычитал, что впервые в субботу 6 апреля 2005 года вы пришли на службу в Крестовоздвиженскую общину города Барнаула. А 7 числа вы с каким-то мужчиной пришли. А 7 числа этот мужчина не пришел, а у меня записано с восклицательным знаком. Пришел этот Виктор Николаевич, не пришел. Пришел Сергей Пупков, и ему понравилось.
И вот, подожди, куда пришел? Куда пришел? На службу пришел. На службу? Да, на службу. Именно на службу. С каким-то не на занятия. С каким-то мужчиной. Какой еще-то еще мужчина пришел? Ну, ты, может быть, не твой знакомый. На Ползунова? Да, на Ползунова. Вот впервые Сергей Павлович Купков молился вместе с нами в 5-м году, 6 апреля. Он теперь это узнает. Он-то забыл это. Ясно дело. Я говорю, Володя, если он это помнит, то я сильно удивлюсь. Ну, сейчас он будет помнить. Вот, пожалуйста. В 4-м году у нас дом стоит. И дальше у меня запись идет. Я в субботу, следующую, вот как после 7-го, там какая следующая суббота, я выхожу на проповедь около драмтеатра. И написано, пришли сестры в платках, там перечисляют, какие сестры. И с ними Сергей Павлович Купков. Сразу начал ходить, ревностный. Вот какой. Понятно? Вот он сразу увидел это все и начал тут же исполнять. И вот с тех пор, с 5-го года, он теперь все время неразрывно ходит. Это еще ну, не помнишь? Сколько-то нам и не ходил, не может, где-то. Он 2,5 года стоял за дверями. Кто? Ну, Сергей Павлович. Да, это как бы другой разговор, мы о другом. Это... Мы говорим о том, что как это все происходит. Видите, как все должно произойти. Не только слова, как фарисеи говорили, правильно? Мы сейчас разговор-то зашли. Фарисеи правильно говорили, вот что делали книжники. Они выбирали все из книг, тщательно все разведывали и все это произносили перед людьми. Вы поняли, как все надо, люди? Вот так-то, смотрите. Но слова, когда ты произносишь их, кто-то не знает, особенно закона Божьего, они, конечно, весомы. Но ты произнес раз, два. Как тот мальчик, который кричал «Волки, волки!», потешался, все люди бегали, суетились. А когда пришли волки, крик его не достиг цели, никто не пришел. Потому что думали, что тоже обманывает. Как да, так и здесь тоже происходит. Много говорят, 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 и в конечном итоге люди перестают им верить, потому что дел нету. На самом деле люди неправильно поступили, что отказываются им верить. И Господь говорит, нет-нет, вы им верьте. Но по делам их не поступайте. Да. Так скажут, а какие? Ведь, как говорится, не читайте за обедом советских газет, а других-то нету. Вот никаких и не читайте. Как профессор Преображенский сказал Барменталю в собачьем сердце. И здесь также получается, так а какие дела? Они же ничего не делают. Так вы заметили наконец-то, что они ничего не делают? Вернее, они не просто ничего не делают, а анти делают. Что они делают? Увеличивают воскрылья. Видели, каких у наших священников воскрылья? Что такое воскрылья? Рукав не вот такой вот, как у меня, просто рукав. Видите, я даже его засучиваю. Почему? Вот так вот сделаю, он сюда чуть-чуть западает. И когда я начинаю листать, то ну, поэтому я, когда с книгами работаю, или там ручкой надо писать, вот так вот засучиваю, наоборот, рукава. Называется засучить рукава. То есть приготовиться к делу. У нас священники, наоборот, распускают рукава. У кого длиннее? Я даже не понимаю. Это ясно, что тебе же это все мешает. А он стоит, значимость приходит. Где мы это видим? Читаем дальше. Потом дальше. Омовение скамеек, чаш, там, блюд. Это что такое? Предание старцев. У нас преданиями старцев вся церковь заполнена. Откуда видим? Пожалуйста, продажа свечей. Это что? Предание старцев. Где написано у нас про свечи? Ни одного закона про свечи нету. Это просто предание старцев. И дальше, начиная с порога храма. Да где там скажут с порога храма? Пожалуйста, скажу. Почему у нас какие-то маковки там и так далее, все это. К чему? И без маковки это не церковь. То есть, я говорю, спрашивают меня, где у вас церковь? Я говорю, да там у нас, говорю, она. Просто крыша, говорю, нету креста. А у вас секта, все, мы поняли. Я говорю, так освященный алтарь дает понятие церкви. И то, даже освященный алтарь, нужно еще это найти. Найти, да, там антиминцы есть такое еще понятие. Еще, и то это все до такой степени вилами на воде написано. Но это хоть ну, как-то подтверждение какое-то может быть и есть в Библии. Но остальное это все, как зайти. И вот такой должен быть, как крест. И вот такой, и вот такой. И начинают придумывать. А вот Илья взял и козьей шкурой крест-накрест ударил по воде. Кто сказал, кто видел, что крест-накрест? А вот Моисей посохом как ударил и крест-накрест ударил. С кого-то ударил, да крест-накрест все у них. Но где кто сказал? Написано, что крест-накрест.
А еще, а когда эти мазали двери-то кровью, уж все помазали, и косяк, и косяки помазали, и верх, и порог помазали. Не написано, что порог помазали. Только верх и косяки. А сейчас ты там напридумаешь, скажут, ясно, что порог, потому что крест же тогда. Но нету порога. Раз посмотрели, порога нету, правда. Так, ну, это упущение какое-то. Что-то тут не дописали, видать. Евреи это все упустили. То есть свое придумали уже и начинают с этими преданиями. Накатили и закатали дорогу, а дорога-то не туда идет. Широкая дорога, красивая автобан. Но едем-то не туда, мчимся. Эх, Рус-тройка. Да. А нужно было не на Рус-тройке, а по-пластунски, потому что узко все, узкое, заросшее, не видно, написано, нужно найти. Да еще там где-то по скалам ползать. Так, ну, а с твоей версией понятно. То есть мы должны не просто быть учительными, но и делами показывать свое учение христианское. Не, ну и Златоуст об этом тоже говорит. Согласен. Что, опять читать его что? Но вот у Надежды Васильевны нужна другая версия, что они жили по Ветхому Завету, а нам нужно жить по Новому Завету. И в этом и состоит, превзойти праведность ветхозаветных книжников и фарисеев. А в чем, Надежда Васильевна, вот это вот различие? Жить по Ветхому Завету, как праведник, как книжники и фарисеи, и как должны мы, чем, в чем именно отличие должно быть? Там в основном по плоти, там они по закону. По плоти, по закону. Да. Что? Не убей. Не приводи. Вот эти все заповеди, которые законы там были, они старались их исполнить, но это практически невозможно исполнить. А в Новом Завете уже Господь возводит. А я говорю, там написано «не убей», а я говорю, гневающийся на брата своего напрасно, есть человека-убийца. А я говорю, и везде и всюду, по всем западам, он говорит, в Ветхом так было. А я говорю, Господи, он нас незначительно, значительно высокую духовную высоту то возводит есть... ум человека не по плоти. То есть я правильно понял, то есть ветхозаветные книжники фарисеи не убивали, не прелюбодействовали, но смотрели с вожделением и гневались. А в Новом Завете мы теперь мало того, что не должны убивать и прелюбодействовать, мы еще и мысли себе должны на корню обрезать. Да. Так? Да, да. Я вас правильно понял? Да. Вот в этом и... Превозношение. Вот это вы... Не превозношение, а превзойдение. Превозношение. Превосходство. Да. Нет, так вы вспомните вообще конкретно, фарисея. Есть же у нас пример фарисея, недавно мы его читали. Ну, апостол Павел, говорит, же был тоже. Недавно мы читали, например, фарисея. Да. Ну, да. Что делал фарисей? Перечисляйте, там же написано. Постился два раза. Постил. Постился это что, плотяное или духовное? Ну, это уже и духовное, и по плоти. Да? Так. Вы говорите, они только по плоти. Нет, не вот, пожалуйста. Итак, духовное. Дальше. Платить десятину. Это духовное или по плоти? Я не понял, что такое по плоти или по духу, в чем разница. Да. А, большая разница. Но ты по мысли только, там если на деле говорит, не прелюбодействуй, не убивай, то есть на деле. А ты, если только помыслил или ненавидишь брата своего, ты есть уже человек-убийца, есть уже духовное. Это же не плотское, а духовное, а по плоти так. Но они фарисеи из фарисеев. Говорят, а я фарисей из фарисеев. Из фарисеев выходили верующие люди. Такие великие, как апостол Павел. То есть в Ветхом Завете, если бы они помыслили, то есть духовно убить, то им бы простилось. А мы сейчас, если бы в Новом Завете помыслим, то мы уже настоящие убийцы, получается. В этом. Да нет, они не помыслили, они делом доказывали, да. Они дело делали такое. Но и в Новом Завете они что говорится, что они делали? Они же были, считали себя как праведниками. Что делали? Убивали? Нет, они старались соблюдать все эти законы. Если ты в одну стороне, они то во всем виновен. Римлян убили Христа. Да. Римляне убили Христа. Они сами-то не убивали. А вот, да, римляне, значит, должны это убить. Но он достоин смерти. Человек, он достоин.
а сами не прикасались, потому что по закону нельзя было. И в субботу нельзя было это делать, надо было в пятницу сделать, потому что... Закон понимали не так, как должно. Да, конечно. Я сам не убью, но я подговорю римлян, и поэтому я чистенький такой буду. Да, да. Видишь ты. Как наш этот Давид, который говорит, ну того, ударь. Ну а ты чего не ударишь? А я христианин. Я же не могу. Даже такие были еще, представляешь? Ну. Так и там у них. Господь должен был возвысить человека над самим человеком. То есть называется от веры в веру. Ветхозаветный закон взял как где-то водитель за руку еврейский народ и подвел ко Христу. И вот так вложил в руку Христа его, Христу, чтобы он не потерялся, потому что он потерялся бы. И сказал, все, я подвел дальше. И как бы он оттуда вел, был молодой, сюда подвел, такой уже старик, уже еле-еле, все, уже больше не могу, и христиане ничего не понимают. А народ какой был, такой есть туповатый, подошел такой ко Христу, а так ничего не соображает. И теперь Христу надо теперь объяснять так, и теперь сразу вот из этого состава погибельного, уже все, умершего, нужно теперь было его как-то оживить и сделать. Это мог бы сделать только Господь, только какой-то, вот тут и написано, какой-то Божьей силой, написано, какой-то Божьей силой Духа Святого можно было. Поэтому вера, люди вот начинают когда рассуждать о церкви, я смотрю на них и понимаю, они вот такие, они как будто вот как немножко не в себе подошли. Как вы можете рассуждать о церкви, не прочитав Слово Божьего и не попросив у Господа в умилительной молитве, в умилительными словами, в кротости и смирении вот тех даров, которые Господь дарует. И он, иначе тебе вообще ничего не откроется. Бог открывает и дает веру. Да. Господь веру вкладывает в человека. И не потому, что какие у тебя глаза или еще, а потому что спасен ты или не спасен, знает он один. Представляешь, какой тебе дается посыл в надежде, к счастью, к вечному блаженству, когда ты сидишь здесь сейчас, рассуждаешь о Христе, называешь его своим спасителем. Это человек в каком-то одном небольшом шаге в будущую, в вечность. Небольшом. Если сейчас отречься, Бог больше, я уверен, вряд ли подаст тебе такие благодеяния. Не знаю. Ведь он все знает сам. И ты тоже уже знаешь это, что и Господь уже тебя избрал. И сейчас отступить. Почему апостол Павел говорит, вы как будто снова распинаете в себе Христа. С собою Христа распинаете. А где еще написано, что нет больше жертвы за грех, если ты отступил, там еще А, да, есть такое еще, да. Ну, тоже место такое прям серьезное. Но там еще есть, что Духа Святого, кто похулил Духа Святого, там 4 преступления за хулу на Духа Святого, и за все дается ответ, что такому нету покаяния, значит, ты идешь только в ад уже. То есть живешь вроде бы, на самом деле покаяния не будет. Но и опять же, знает ли человек об этом или нет, вот в чем дело. Это же надо точность какую иметь в определении. Мы ее не знаем. Поэтому вот я-то не с этой позиции подошел, а с позиции Господа Иисуса Христа. Вот Господь, это мы читаем Евангелие еще. Да. И Господь для своих учеников открывает Царство Небесное. Через что он мог открыть это? Через начало своей проповеди покайтесь и веруйте в Евангелие, и через Ветхий Завет, о чем он и говорит. Что вы через эти писания имеете, желаете иметь жизнь вечную, а оно свидетельствует о мне. Евангелие от Иоанна, 12 глава, 48 стих. А оно свидетельствует о мне. То есть все ветхозаветное писание в конечном итоге людей всех приводило ко Христу. Вот это стих Писания, Евангелие от Иоанна, 5.39 ты привел. 5.39, исследуйте Писание, правильно. А 12.48 это... Отвергающий меня не примет слов моих. Да, слов.
тоже о Слове Божьем, но немножко в другую сторону до этого. И поэтому, а вы как бы забегая вперед, говорите, да нет, это новое, он же сейчас говорит новое, и поэтому он вот об этом говорит. Но к нему прийти они могли через Ветхий Завет, а не через Новый. Потому что Новый Завет еще только зарождается. Да, да. Его как такового нету, просто выслушав один раз слово, они, конечно, могли не осознать всего. Но упоминание о Ветхом Завете, что там говорится о Мессии, о Сыне Божьем, и о нем, о его проповеди, о всем, что будет, и что человек может исполнить закон, живя в теле, все это написано. Закон исполнив, живя в теле, закон же практически невозможно было исполнить, только в Христе. Силой Божией. Поэтому надо было обращаться к Нему, ко Христу. Они не обращались к Мессии. Они даже ни разу не молились Мессии. Они же могли его вообще призывать имя Мессии. Вот Давид же не призывает имя Мессии, хотя говорит Господь. Сказал Господь Господу моему. То есть в пророчестве открывается. Но вот так напрямую, что тот Мессия, о котором сказал Моисей, приди к нам скорее. Такого же нету. Ну, впрямую. Или тот пророк, который, как бы, должна же быть какая-то молитва, обращенная к этому милостивому существу, которого никто не знает. Это, как бы, знаете, как бы такое подобное обращение Иова. Да. Вот всем своим существом он пытался, как бы, обратиться к кому-то, кто мог разрешить суд этот его и с Богом. Он понимает, с Богом судиться невозможно. Как это все? Но в то же время он понимает, что вся его жизнь праведная, кстати, ее праведник еще, да, она посвящена была Богу, тому, чтобы люди видели в нем Бога, увидели. Это христианство. Да. Это чистое Евангелие было. И он это исполнил. И он, сам Господь, говорит сатане, видел ли ты Иова, праведный муж, исполненный всеми, как написано, давайте откроем Иова, потому что вот Иов прям. И был человек в земле Уд, с имя его Иов, был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен. И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господом, между ними явился сатана. И сказал Господь сатане, откуда ты пришел? Отвечал сатана Господу и сказал, ходил по всей земле, обошел. И сказал Господь сатане, обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле человека, непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. И вот, и теперь, как опорочил его сатана? По идее бы, сатане бы только сказать, точно он такой. Но сатана — это тот самый противник Бога, который, знаете, как реклама — двигатель прогресса. Так сатана — двигатель всей нашей жизненной истории. Как он двинул? Он говорит, он высказывает недоумение по этому поводу. Ну как человек может исполнить законы Божии? И он говорит, и сказал, и отвечал сатана Господу, и сказал, разве даром богобоязнен Иов, не ты ли кругом наградил его, и дом его, и все, что у него? Дело рук его ты благословил, перечисляем, стада его распространяются по земле, но простри руку твою и коснись всего, что у него, благословит ли он тебя. Вот на чем закрутилась наша жизненная с вами история. Сейчас бы вот Иов, да, он исполнитель, и все, и тогда бы сказал, кайся, сатана, ты сказал, что никто не сможет жить счастливым. Иов уже на земле счастлив, не будучи еще в раю. Но сатана не пошел этим путем и не должен был пойти, потому что имя его проклятый уже, проклято во веки веков. И огонь озера Серного уготован как раз для него и всех, кто пойдет с ним. И вот такими мелкими вот своими кознями он довел до того, что и сыва уже кусками плоти подала. И как говорит Златоуст в своем обращении на
к праведнику Иову, чтобы все увидели его. Святость, когда он последний раз скребнулся скребком, и тут открылось сердце его золотое. И он увидел да, пламень его и веры. И написано «Иисус Христос» на сердце. И он понял. И он говорит, закрыв плащом, говорит, закрыв лицо, бежал. Бежал от Иова. Все, и пришло спасение мужу всему. Да, кто хочет разобраться в этом вопросе, мне кажется, нужно Иова читать. И очень понятно становится все. И о друзьях, товарищах, об огнях, пожарищах. Все тут написано. Остался он один. А он и Господь, вот сам Господь Иисус Христос, который вывел его, который, в общем-то, и суд и произвел. Хотя это был и сам, сам Бог. То есть, представь, Троица. И уже на иконе Иова показана Троица. Только рука Иисуса Христа как бы протянута, как милость к нему. Протянута. А так Троица прям нарисована. Ну, в углу видели иконы Иова? То есть уже как бы даже богоявление было как бы даже Иову. Вот получается как. Да, да. То есть без какой-то силы Божией, без чуда не могло произойти ни исцеление его, ни оправдание его перед сатаной. Ничего. Поэтому ему и дано было сказать, я знаю, Искупитель мой жив. И мои глаза, не чьи-нибудь написано, а мои глаза увидят, как восстанавливается распадающееся тело мое сие. Вот моя, да. Прямо такими словами записано. Да. Мои глаза узрят, как будет восстанавливаться распадающееся тело мое сие. Это какой, 19-й? Ну, как? Это 15-й стих 19-й главы. Как это самое терпеть, это вокруг Бога. Так открыто, как было ему, праведной жизнью его, было все ему открыто. Да. И ничего не было закрыто. Вы представляете, сколько не записано было мудрых изречений Иова. Да. Не про мудрость Соломона сейчас мы читали, а мудрые изречения Иова. Они не были записаны. Господь другую память по нему оставил. Более важную для нас, о чем мы сейчас и говорим с вами. Как нам быть такими, чтобы нам превзойти праведность книжников и фарисеев? Во-первых, идти тем же путем, как что они шли, брать Слово Божие и только по нему следовать. Дальше теперь, и те места, где они не ступали за Словом Божьим, отвергать. Что они отвергли? Они отвергли дело. Они говорили, но не делали, не исполняли. Вот как должен был поступить фарисей? Вот гляди, я мытарь, ты фарисей. Я зашел там, стою в уголку, где-то молюсь. Ну, потому что фарисей, явно, что он фарисей, стоит в храме. Он не будет же там такой, ага, кто там стоит. Ясно, что он зашел в храм молиться. И он увидел мытаря где-то, мытарь был перед ним. Потому что он был, ну он не смотрел же специально по сторонам, так? Кого мне тут в обличителя взять? Он был впереди, значит, мытарь первый зашел. Заходит фарисей, воздать должное Господу за все благодеяния его. И так, и вот он глазами, и вдруг он видит мытаря. Как он должен был поступить, если бы был праведность его, превзошла бы праведность мытаря, этих книжников и фарисеев? Да? Порадоваться за этого мытаря, что он пришел в храм Господень. Ого! Вот один момент хороший. Порадоваться. Ух ты, тут мытарь. Ты гляди-ка, на них же не скажешь. Это мы, фарисеи, приходим молиться. А он-то о чем бы молился-то? Еще какая должна была возникнуть мысль у него? А я вот десятину отдаю. А этот мытарь, интересно, он сколько отдает? Надо бы выйти поговорить с ним. Пускай бы тоже отдавал, раз он так молится-то горячо на коленях. То есть какая-то проповедь должна была возникнуть. Другом его сделаться. А у него вообще еще такие друзья или нет? О чем он вообще думает? Как так? Мытарь и молится? О чем так вообще? Гляди-ка, что-то он там руками машет. Вообще интересный мужик, надо поговорить с ним. Он немало не смотрит на это, фарисей. У него свое, он уже никого не видит. Суд в нем внутри уже произнесен над всеми. Но во всяком случае, категория мытарей и грешников определилась. Грешники это там, ну кто видно, что он
не очень опрятно одет, жилище у него такое слабенькое. А блудниц, когда пришел? Да, там, типа вот, похоже. Не вид, не, там блудницы не носили же вот такую табличку «Я проститутка». Нет, ну... То есть это... Они знали, что пришла грешница, не знали, если бы он был праведен, то он знал, кто прикасается к нему. Ну вот Мария Магдалина, уж Марию Магдалину знают, да. Написано «Изгнал семь бесов из нее». И все, вот она блудница, а нигде не написано, что она блудница. Да. На ней нету надписи, что она блудница. Вот в чем дело. И поэтому все, они просто огульно всех собирали, тех, кто не из их среды. А так, ну, выглядит так немножко не так. Бомжевато, будем говорить, для сегодняшнего. Ну, даже не бомжевато, а рабочие одетые. Не такие там, как в таких, они сейчас туфельках, на таких шикарных авто подъезжают. Женщины все в таких шубках и на всех так посматривают с пренебрежением. Мы можем это представить. У них немножко по-другому было, но и они тоже свой выбирали глазами тот контингент, который они милуют в сердце своем, и тех, кого они презирают. Да. Уже было конкретно у них. Да? Вот пример в фильме «Иеремия». Когда его в Франта перевели, Иеремия, отец такой говорит, типа, гордись, что ты не какой-то там сын плотника. Да, это надо запомнить. Да. Это вот превозношение, гордость, притча о блудном сыне. А всем нужно было радоваться, что пропадал, был мертв и ожил. Аминь. Вот это пример, да. Вот. И нашелся. У них, значит, вот у фарисеев и книжников, у них было превозношение, самопревозношение, которое выливалось в гордыню. Мы выше других грешников. А Христос сам с неба сошел и стал рабом. Чтобы мы стали... Принял зрак раба, говорится. Да, вот. Вид то есть раба. Восхождение. И вот у христиан вот этого должна быть любовь к ближнему. И кто хочешь быть первым, будь последним. Хочешь быть царственным, будь всем слугой. И ноги он умыл. Вот. А у фарисеев мы отделенные, мы такие все. Это, и у них сейчас вот у евреев, у них... Все скоты, все остальные гои, все это низшая раса, и вот так и фашизм от этого возник. Фашисты, они гнали евреев, которые отсюда, считали себя нацистами. Отсюда какой вывод мы делаем теперь? Мог фарисей проповедь сказать мытарю? Не мог сказать ему. Да. Почему? Потому что вот те слова, которые он сказал, которые зафиксированы Господом, переданы нам для научения примера, они показали, что он в гордости находится, не в кротости и смирении. Так, вот в чем дело. Теперь, какими нам нужно быть? Не превозноситься. Какими? Да, не превозноситься. Хотя бы быть такими, как мытарь пред Господом. Но еще надо лучше быть. Почему? Написано, и этот пошел оправданный более, нежели тот. Нужно не просто пойти более или менее оправданным, а идти точно по окровавленным стопам Христа. А что нужно еще? А здесь заповеди блаженства. И вы блаженны, если будут гнать вас меня ради. Вот в чем дело. То есть нужно брать все слова Христа, копировать их в точности, исполняя, и получать за это гонение еще. Да. Как Игнатий Тихонович вот получает, и вот те, кто рядом с ним, мы видим. Слушай. А где, что вы читаете? Да вот. А сейчас какой у нас стих? 21. Нет, я не 21. Я не могу, я болею просто. 21. Да. Ну там говорить еще можно много об этом. Теперь 21 мы записываем, да? Матфея 5:21. Вы слышали, что сказано древним? Не убивай. Кто же убьет, подлежит суду. Исход 20:13. Показывает толкование, что закон отменен, а если отменен и почти уничтожен, то его должно оставить и поспешить к новому. Ну и сразу новый, пожалуй, чтобы нам тут. 22 стих. А я говорю. Читать? Ну да. На 22 или на 21 еще порассуждаем. Да нет, я думаю, давай. 22, да? Да.
Это у меня как-то резонуло, что закон отменен сразу прям. А если отменен и почти уничтожен, вот слово почти еще главное тут. Ну да, почти. Ветхий, то есть ветхий это значит не уничтоженный за ненадобностью, а ветхий это отложенный, как ну, такой потертый уже, ну отложенный. Второзаконие еще. Да, он не уничтожен, не уничтожается. К нему еще, значит, обращаться будут. А почему, мы теперь узнаем почему. Потому что Христос сказал, что через них вы имеете, можете иметь жизнь вечную. Вы хотите иметь жизнь вечную? А через эти слова вы можете узнать о мне. А узнав о Христе, Господь даст вам понятие о Новом Завете, вложит силу понять Новый Завет. И поняв Новый Завет, вы обретете через Христа истинную веру и в Царствие Небесное. Вот как. Мысль не просто так, что значит Господь вам даст силы через Ветхий Завет уверовать в Царство Небесное. Да нет, конечно. Просто Господь возьмет и недостающее вам даст. Это мы видим у апостола Павла в 11 главе, когда пришли там из города, по-моему, из Антиохии, 12 написано человек, которые были учениками и крестились от учеников, от самого Иоанна Крестителя, но не знали ничего о Духе Святом. И они сразу все восприняли. Еще к этому стиху, что он читал. И поведут вас к правителям и царям за меня, для свидетельства предъявленного язычника. Предавать вас. Темно. Не заботьтесь, как пришли сказать мне, тут день будет. Царь. Вам что сказать? Так, ну, читаем 22 стих. А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Кто же скажет брату своему, рака подлежит Синедриону, а кто скажет безумный, подлежит гиене огненной. Толкование. Пророки, приступая к изречению пророчества, говорили, так говорит Господь. А Христос, показывая себе божественное полновластие, говорит, «Я говорю». Те были рабы, пророки, а Он Сын, имеющий все, что принадлежит Отцу. Кто гневается на брата своего, тот будет осужден. Но если кто гневается справедливо, для вразумления и по духовной ревности, тот не будет осужден. Так апостол Павел гневно говорил делиме волку и первосвященнику, впрочем, не напрасно, но по ревности божественной. Напрасно гневаемся мы тогда, когда гневаемся из-за имения, из-за чести и из желания отмстить за себя. Рака значит то же, что ты. Поскольку презираемому нами человеку... Рака. Поскольку презираемому нами человеку мы обыкновенно говорим «поди ты», то располагает нас не оставлять без внимания и сего маловажного выражения и уважать других. Некоторые говорят, что рака сирского значит «гнусный». Таким образом, если кто станет поносить брата своего, называя его «гнусным», то будет подлежать суду собора апостолов, когда они сядут судить 12 колен. А кто скажет, безумный подлежит гиене огненной. Некоторые признают этот приговор слишком строгим и тяжким, но несправедливо. Ибо недостоин ли гиены тот, кто лишает брата разума и смысла, чем мы отличаемся от животных бессловесных? Кто поносит и бесчестит, тот прекращает любовь. А с прекращением любви уничтожаются и все добродетели, подобно как при любви, все они в силе. Итак, поноситель, прекращая любовь, прекращает все добродетели,
и посему справедливо подлежит гиене огненной. Дополнить еще можно немножко вот здесь. Христос говорит, так, теперь спросим тех, которые отвергают закон. Заповедь «не гневайся» противоречит ли заповеди «не убий»? Или напротив, она есть усовершенствование и подтверждение последней? Очевидно, что первое служит дополнением второй, а потому и важнее ее. Кто не предается гневу, тот без сомнения не решится на убийство. Кто обуздывает гнев свой, тот, конечно, не даст воли рукам своим. Вот что сделал Господь нам. Корень убийства есть гнев. Поэтому, кто исторгает корень, тот без сомнения будет отсекать и ветви, или лучше он не даст им и возникнуть. Вот кто такие мы, христиане. Почему мы не идем убивать кого-то, или что там, как там приписывают, и предательство, и предатели там предаете там, ради другой страны там, и так далее. Да мы в корне не имеем понятия о том, чтобы убить. Как я вот всегда пример привожу, что вот там мною детей уже начали было пугать. А я на самом деле вот никогда не дрался. И даже был против того, чтобы драться. Уж сколько меня специально, видя, что вот эту мою нелюбовь к дракам, специально заставляли драться, увидев мое малодушие, чтобы я там струсил, обоссался, там еще что-нибудь такое сделал. Ну, по-натуральному, как ссаться от страха. И чтобы посмеяться надо мной. То есть делали, что только они не делали надо мной, не издевались как. Эти и девчонки там были, и пацаны, участники этого. Но им это, конечно, не удалось, потому что у меня было на другом это. У меня был такой праведный гнев к тому, что ну почему драться-то всегда, я не могу понять вот это, никак не мог понять. Но я даже не был никаким христианином, просто был ребенком. И от ребенка во мне это возросло, придя во взрослый возраст, я тем более понял, что нельзя драться. Но вот этот патриотизм, он последний от меня отошел. Патриотизм был еще. Патриот, ну тут Господь уже сыграл свое. Так бы я уже попал в воздушное десантное училище поступать. Это же вам не фунты зима. Я даже специально выбрал такую себе спортивную обязанность. Я бороться стал. Это только потому, чтобы человека по лицу не бить. Но. А потом, когда я уже дошел в возраст, там я понял, что ну там, если не участвуют в каких-то поединках, то там такие перчатки большие дают. Ну ты просто учишься, как бы, и все там. Нету, конечно, этого такой борьбы, там, страсти, вот этой гнева какого-то. Но я зато, у меня Господь дал возможность повстречаться с себе подобными людьми, которые в противнике своем, они перед тем, как начать вот с ним соревнование, просто соревнование, это даже не битва там, они гнев себе к этому человеку в себе специально впрыскивали. И когда я начал соревноваться, я проигрываю одному, проигрываю второму. Меня спрашивают, а ты что этого не додавил? Я там начинаю, там у нас удушающие приемы, там руки там заломать. Я говорю, так ему же больно. И когда они, чего? Боль. Да ты же тренируешься там, так далее. Да кто тренировки же, говорю, там же не понарошку, там понарошку. Это и мне этот сказал тренер, через 4 года со мной промучился. Я проигрываю, проигрываю. Да ты же, говорит, завей его. Я уже завалил его, все, уже все. Он начал его душить, а он хрипит. Я раз отпустил. Опять его поймаю, опять раз тренер уже. Да, говорит, слушай, с тобой позор один. Говорит. Ты говорит, что отпускаешь? Я говорю, так ему же больно. А это, да ему же это дышать нечем. А чем ты занимался у меня на тренировках? И говорит, слушай, ты иди, говорит, занимайся шахматами, говорит, теннисом. Я говорю, футбол можно? О, говорит, футбол. Ну, футбол, говорит, тоже тебе не очень. Там же тоже бодаться, говорит, надо. Вот иди, говорит, занимайся такими, говорит. Вот. У тебя, говорит, знаешь что, у тебя нету сейчас, он говорит, спортивной злости, говорит, нету. За неимением спортивной злости ты списываешься со всех, вот где вот индивидуально нужно биться. Вот тебе, говорит, вообще там нечего делать, говорит.
Что ж ты, говорит, такое за милосердие? Заломал уже, говорит, его все и перегнул через колено, говорит, вот так вот, что у него задница уже около его морды. И говорит, теперь-то додави, говорит, и я, он же тренер, сам хочет лавры получить. Как тебе, говорит, не стыдно-то? Такая толпа смотрит. А я наоборот переживаю за него. Молодец, как увидишь, тебе как избраннику было дано. Ну, и когда все идут, а я когда уже там силы-то истратил, все, меня же потом еще и додолбят же. Иду как-то, меня головой как ударили вот это. Ну, после того, как я его отпустил, конечно. Он же меня еще и ударил головой. У меня прям из двух носопырок прям кровь вот так двумя ручьями. Меня туда ваты натолкали, все. Ну, короче, я проиграл. Иду, вот так кровь прям вот так капает по всему. Татами и все там свистят, там позор, там все. А я иду, у меня ни в одном зову. Я спокоен. То есть мне не стыдно ничего, что я вот проиграл. Конечно. А что я проиграл? Я пришел, я к нему никакой злости не имею. Я на него смотрю, ну мы так, а там обычно кивнут вот так друг другу, потом пожмут там и обнимутся. Так я напрямую, вот по-настоящему он для меня как родной. Ну он мне ничего не сделал, мне совершенно не надо с ним бороться. И вот этой, вот айкидо есть такая борьба, и они что решили? Они решили так, что айкидзин, вот они называют себя айкидзинами, он не может ни на ком проверить свою силу, потому что это любое движение может привести к перелому. И поэтому у них только вот такие вот в игровом стиле. И у них нету соревнований. У них есть вот дух, поднятие духа. То есть дух у тебя есть вот эта самоотверженность, что ты можешь в свое время вступить в борьбу и все. Вот это поднятие вот этого духа. Ну это такой гордыни такой неимоверный, что ты... Но соревнований нету. То есть я показываю, что даже сатана и здесь не смог людей уговорить друг другу морды бить и ломать там друг друга. Потому что, ну, нету такого приема, с которым бы не было контрприема. А у меня это вот с молодости, вот с таких вот я вот возрастал, и такой я спортивно незлобивый пришел. И сколько и в школе я получал за все это. Вот, и вот этого гнева, а на меня смотрят и говорят, да ты гнев, ты же в гневе. И когда вот я пришел сюда и начал с Дмухой говорить, и с этим... кто там еще? Слава. Нет, не Слава. Алексей Загуляев. И они пришли. Вот Игнатий Игнатьевич, он с нами так разговаривает, как будто хочет нас всех шашкой побить. И все сестры. Да, 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 он хочет нас всех шашкой порубить. И Игнатий Игнатьевич, так, надо прийти, ну-ка приди перед братьями, нужно каяться. Есть такие у тебя чувства? Я говорю, у меня таких чувств нету. Ну, так, на всякий случай. Ну, покаяться-то надо же. Все-таки что-то есть. Я говорю, ну я могу покаяться хоть перед каждым, хоть по 10 коленопреклонений сделать. Я говорю, мне все равно, я говорю, не чувствую здесь, что я посрамлен чем-то. Я с улыбкой все подошел, к Алексею поклонился, к Саше Мухе подошел, поклонился. Потом думаю, мало, еще подошел к Игнатьевичу, он, а мне-то что? Я говорю, да на всякий случай уже, кому еще кто-то поклонится ноги? Что я не имею этого гнева на вас. Они стоят там, мы ничего понять не можем, как же так, а ты что, нас не хочешь порвать-то, порубить? Я говорю, так вы не правы, а там какой-то духовный вопрос. Я говорю, вы не правы, мне вас наоборот жаль-то. Вы-то не правы, как вы не понимаете? Нет, а что на вас гневаться? То, что я не смог вам доказать, так мне это и не надо доказывать. Оно вот Слово Божие говорит. Я говорю, вы читаете и все. Но потом жизнь показала, что они не правы. Тогда это было так интересно все. И там был еще один Гоша такой. А я перед тем, как сказать, говорю, ну конечно, братья, я понимаю, что... Вы никогда нормальных мужиков не видали, тут увидели меня, такого мощного парня. Понятно, что, говорится, один только мой взгляд, там, слово сказал, вы, говорю, уже на колени упали, говорю, обкакались, как дети малые. Я говорю, ну я как взрослый человек, как солдат. Солдат ребенка не обижает, поэтому уж мне... Ну и так начал говорить, а, с юмором. Игнатий Игнатьевич улыбается, смотрит, а Гоша у нас был, он афганец. Моего года причем. А я у него сделали поручителем его. А он такой, залысина у него такая. Вы помните Гошу этого, нет? Да, конечно. Он такой серьезный всегда. В Афганистане убил там не один десяток человек загубил в душе этих афганских. Представь себе. И я вот так говорю все. И так это. Я говорю, ну что там, конечно, я такой мужичище. А он такой, слушал. А у него как у старообрядца. Никакого юмора. Он такой,
Да что он тут мерит? Да я его тут сейчас разорву. Разорву, дайте, позвольте мне его порвать. Он натурально прям, он закипал с трех секунд, вот Гоша, он гневался сразу, чуть не по его, он сразу прям явился, у него аж лысина аж багровела. Ну ушел, конечно, ушел, таким яростным не надо быть, без юмора еще, Игнатий Тихонович. Ну, говорит, молодец, говорит, я, говорит, ему верю, говорит, он, говорит, с юмором. И он тогда меня мало еще узнал, только 96-й год начал, только-только я ходить начал. И сразу они меня что-то испугались. Ну вот такой я вот. Сам по себе. Ты одним голосом только всех поражаешь. Ну не знаю, как я одним голосом можно поразить, но однако так получается. Да. Ну и братья испугались. Испугались что-то меня, не знаю. В гневе. Ну мне Саша понравился, Загуляев, он тоже там примкнувший был к ним. И он тогда, когда выслушал, говорит, а я, говорит, хочу перед братом покаяться, я, говорит, в гневе на него был, а сейчас, говорит, смотрю, что зря. Подошел ко мне тоже передо мной на колени. Ну, мы так друг перед другом вот, на колени так расчувствовались. И потом Саша начал к нам в гости ходить. Мы тогда подружились. Вот так бывает. Не должно быть гнева. Я вот сколько Игорю Третьякову говорил, когда он еще это, не был женатый, говорю, будет жена, говорю, Игорь, у тебя, говорю, какие-то есть посылки такие, как-то ты, это как-то как гнев какой-то у тебя быстро закипает. До ярости какой-то. Я говорю, это не должно быть. У тебя, да жена же тебя доведет, говорю, ты ее убьешь. И точно. Как люди, как в воду смотрел. До такой степени ярость иногда нападает. Я тут уже его... Потому что у них вот такое. Да мало ли там почему. Не должно быть вообще рукоприкладства никакого. А ко мне потом братья подходили, правда, после всего, там, особенно Саша Внуха, и такой смеясь, спрашивал, а как ты свою жену приучаешь? Ты, говорят, ее это, каждую субботу, как старобрядцы, побиваешь, да? Вожами, и такой смеется довольный, да? А? Я говорю, я свою жену, я говорю, я пальцем, палец на нее даже не поднял. Не то, что там ударить там жену или что, у меня даже мысли не было, чтобы ударить жену. Я так говорю, вообще позор будет последний, это все, это меня не будет тогда, если я ударю. Он такой, да, врешь ты, все, нет, не может этого быть. Ты же такой. Ну, а потом видим, чем это заканчивается все. Не надо приписывать чего-то, чего у самого полно, а нужно просто идти каяться, если у тебя это есть. Побеседовать, может быть, если еще это не вылезло наружу. С людьми, которые это преодолевают, гнев этот. Вот брат Сергий тоже, у него через собак иногда приходит, говорит, хотел, говорит, собаку натравить на человека. Надо бы, говорит, натравить, наверное. Я говорю, ты что? У меня такие глаза, думаю, как так? Надо, говорит, было натравить, что-то я не натравил, говорит. У него бывает, бывало такое иногда, сейчас нету этого уже, да? Вовремя остановиться. Да, конечно, разве можно? Собака это еще хуже даже, чем ты рукой ударишь. Да. Потому что это орудие смертельное уже. Да. Если ты рукой еще не убьешь, ну там, как говорится, проценты какие-то, то собака, она, то смертельное оружие. Да это эти были лимоновцы какие-то, мы стояли с книгами-то. И там молодежь, вся панки, на панки какие-то, они там. Ну было. Да. Нет, до того такой вот гнев-то, но там не понять, то ли он правильный, то ли он переходит уже из. Лимонка, да, уже. Но. Но надо вот себя и сдерживать. Вот Иов же он себя не просто сдерживал, а он еще и уговаривал всех. Ну, настоящий. Вот это и есть праведность уже. Это и есть миротворчество, брат. О чем мы говорили перед этим, на том занятии. Сердце, сострадание. У нас должны быть те же чувствами, что вы Христе. Во Христе Иисусе, да. А Христа убивали. И он сказал, не медлят, что творят, прости Господи. А нас что, нас еще даже не трогают. И мы что, должны уже гневаться и явиться? У нас часто бывает гнев от того, что не по-нашему. Вот почему. Не по-нашему получается. Вот, я хочу, и не по-моему, и прям ты уже готов, там, что такое бы применить-то ему. А человек иногда чувствует и говорит, что-то у вас какие-то нотки такие в голосе странные пошли. Вы там случайно не гневаетесь?
В общем, этого не... И когда мы не гневаемся, то сразу все становится на свои места. Значит, и заповедь «не убей», она вообще к нам никак не относится. И то же самое теперь и дальше будет там про вожделение и так далее. Ну, для кого-то это сложнее, а для кого-то легче. Потому что сатана он не одинаково действует на людей и не одинаково действует на людей по заповедям, которые Господь здесь приводит. Одному это сложнее, другому это сложнее. И вот здесь-то как раз и нужна жертва общения. Что мы сейчас и делаем, собираясь здесь и приводя примеры своей жизни. Кто-то вспоминает жизнь каких-то святых, кто-то вспоминает жизнь библейских персонажей. Ну, я вот вчера посмотрел телевизор там, в Минске. Наконец-то. Это собралась и решили они на 50 километров развести войска, чтобы по мирным жителям не стрелять. Слышали, нет? Да, я слышал. Там даже градации у них есть. От 20 до 140 километров разные вооружения. Они уже стреляли. Все равно стреляли сегодня. Нет, так они же 15 февраля с нуля часов. Да, с 15. Как раз праздник Сретения. Только начинается праздник Сретения Господня. И они на праздник Сретения решили... Может быть, или кто-то был верующий и знает об этом. Ой. Ну, не думаю. Думаю, что здесь опять рука Десница Божия. Может быть, это как бы признаменование. Ну, и это прямо из Донецка-то начальники, то... Захарченко? Ну, по-моему, он сказал, что говорит, если еще раз они нарушат, то есть до этого что-то же было, да, они нарушали, да, то все, уже никаких, вот это уже, то есть второй раз, он говорит, после первого, второго разумения еретика отвращается, так и здесь, вот раз они нарушили, второй раз, то есть он ну, не верит уже. Да это понятно. И что-то веры мало, то что. Ну, а он в открытую говорит, и до весны, говорит, сейчас вот надо передышку сделать, уже весной мы силы соберем, и как пойдем мы. Ну понятно, а подсохнет уже там зима. Кто пойдет? Порошенко. Да, у Порошенко. Да. Но он на Порошенко приехал, то и прям не побоялся, и все они там, надо же. Как там проклинали? До свидания, совести. И все с ним такие прям за ручку здороваются. Люди с двойным дном. Братья, подождите, ну они в своих, они в своей коробочке завязли. Им деваться некуда. Ну взять этого Лукашенко, он что тоже с двойным дном? Он предоставил им свою территорию, государство, охрану предоставил, еду. Его там спрашивают после этого. Ну, говорит, а как они же 15 часов заседали? Они говорят, что-то вообще ели? Он говорит, ну конечно. А чем они питались? Он, я яичницей. Он же так разговаривает. Я яичницей. То есть, видать, там хорошие яйца, все чувствуется, что он это. Ну и так там, печенюшки там такое-то. Все. А и кофе выпили, 3 ведра. Ты все посчитал, молодец. И он там не был, он стоял, просто ждал. Вот мужик какой интересный вообще. То есть ему тоже. Ну это не надо, эту запал. Вот, у него же народ-то тоже аж подпрыгивает. За кого нам, за кого? Мы же тоже братья-славяне. Там кто-то пострадал от фашистов, так они только слышат имя фашисты, так они готовы там всех поразрывать. А кто-то наоборот, с западных областей, тоже такие же, как западных и в Львовщине, готов идти русских там рвать. А нужно это утишить. Все же понимают, все славяне, все в одном котле варимся. Не разойтись просто. Господь не, уже историческое время мало, не разведет. Все будут уничтожены в один бах. Слыхать бочку на Путина, что Путин во всем виноват. Нет, тут главное, надо смотреть на то, как люди относятся к миру. Вот взять этого француза, вот, приехала канцлер эта женщина. Но они, видно, переживают за то, что людей-то убивают. Ну, конечно, не уже. Этот Порошенко, нет, там никто не погибает, ничего, никто не погибает. Не погибает. Ну, как не погибает? А с той стороны перечисляют за 6 февраля потери украинской армии. 1200 убитыми, 153 танка, 70 бронемашин, 90 пушек, сбито 3 самолета и вертолет. Это за один день боев. Это побоище какое-то настоящее. Где они, что ли, набрали оружие? Кто это там? Это вот передают донцы. Как там, Басулин, этот
замкомандующего армии Донецкой Республики. Передает. То есть вот такие там идут, и там все понимают, с этой стороны мирное население гибнет, а там кучами гибнут тоже люди. Кровь-то льется, гнев и с той, и с другой стороны нарастает. А эта конфронтация такая, рядом Россия. Это же полыханет, что непонятного. Они же историю тоже понимают. Ну и это Меркель понимает, и Франция да, понимает, и все понимают. Да, все понимают, все русские, кучи, если разойдутся, то, как говорится, берегись там все да, уже. Да. Вот потому они так и стремятся. Американцы, они как бы далеко думают, ну мы далеко, до нас там не дойдет. Ну раз не дошло, два не дошло, а на третий-то точно зацепит. Угу. Господи. Поэтому, конечно, мы должны, как христиане, да и я думаю, и в гражданской позиции быть всегда только за мир. Плохой этот да мир там какой-то. Конечно, за мир. Нехороший не мир. Ну, должен быть мир. Проиграли мы там, не проиграли, что там будет. Что дальше будет, конечно, думать надо. Но надо в первую очередь думать о том, что там детей разрывает напополам снарядами. Около 200 детей убито вот за время обстрелов. Ну куда это дальше годится? Думаю, неужели для взрослым непонятно, а то все на Бога только. Это все Бог, вот как встретились. Так. Да прогнили Бога и Бог попустил. О чем речь идет? Виктор вот, был благовествовал, там политрук попался ему. И он, я вообще не задаю вопросов, один только. Почему вот маленьких, там маленькая девочка, вот ее снарядом там разорвала, вот показывают кусочки ее там, ножки, там ручки. Да, где Бог? Ну, да, это все Бог ваш, да, вот он не присмотрел там за ней и так далее. А вы призвали его хоть раз? Ну, Виктор пытается объяснить, а он уже в истерике весь бьется. Здоровенный такой детина, ну, здоровенный, вот такой мужичина, вот такой вот стоит, огромный. И он, у него истерика внутри. Здоровья много, сала там, костей, а мозга, чтобы все это перевернуть, нету. И вроде и политрук, 25 лет там в советской армии, а психика-то никакая. Да. Почему? И, кстати, многие люди так говорят, мы телевизор не смотрим, потому что там кошмар, ужас. А если бы Библию-то читали, все на свои места, так это их еще больше подвигало молиться. Да, вот. Посмотрел на этот телевизор, смотришь туда и молись, сиди, вот оно, это лучше нету места там молиться, вот их там убивают, а ты сиди там, смотри и молись прям туда, прям к ним. Господи, вот прям молитву я вот туда полагаю, вот в эту, прям на эту землю, Господи, ну помоги ты. Ну вот вложи вот в эту женщину бежится, вот так рот открыт, орет там горе какое-то. Вот этот мужик там прячется за гаражами от взрыва. Ну дай прям именно в темечко-то вложи, Господи, силу-то свою, ну чтобы они помолились, чтобы покаяние пришло на эту землю. Да-да. И нас как-то тоже вразуми, чтобы нам жить как должно, так направленно, бодрственно, чтобы вот эти слова не расходились с делом. Вот это же надо все... Быть выше праведности в книжниках в Фарисеях. Нет, по времени все уже. По времени? Ах ты, время. Господи, помилуй. На каком стихе закончили? 23-24. Прочитали, да? Нет, следующий. А, следующий. Закончили. С 23-го следующий, понятно. 22-й мы закончили. Угу. Начнем с 23-го. Вот еще 22-й день бы хотелось бы разобрать, вот, что да, мы мало плыли. Ну почти не разобрали. Ну вот у Украины. Давайте разберем. А, безумный Ирака. А у нас есть такое, что вы называли пустым человеком безумным? Да. Есть такие люди. Есть такие люди сейчас в чайце. И даже самые близкие. Я, что ли? 156-й сейчас будет споем, когда я это слышу. Вот, брат, когда я слышу о Христе, я сердцем веселюсь и воспеваю в простоте Спаситель мой Иисус. Помните это? Когда я слышу о Христе. Когда я слышу о Христе, нет? Володь, у тебя что, грипп? Вирус?
воспеваю в простоте, Спаситель мой Иисус. Когда я слышу о Христе, я сердцем веселюсь и воспеваю в простоте, Спаситель мой Иисус. Когда народ земного зла гневного оглянусь, тогда звучит моя хвала, Спаситель мой Иисус. Ты радость дал душе удел, и я о том молюсь, чтоб целый мир тебе воспел, Спаситель мой Иисус. В какой я бездне утопал, при мысли я страшусь, но ты меня и там взыскал, Спаситель мой Иисус. Я одиноким был, но ты вступил со мной в союз, и сам ведешь средь темноты, Спаситель мой Иисус. Ты радость дал душе удел, и я о том молюсь, чтоб целый мир тебе воспел, Спаситель мой Иисус. Я пред тобою мертвым был, но чуду я дивлюсь, ты дух мой к жизни воскресил, Спаситель мой Иисус. Я пленник был, ты не забыл меня среди тяжких муз, и от греха освободил, Спаситель мой Иисус. Ты радость дал душе моим, и я о том молюсь, чтоб целый мир тебе воспел, Спаситель мой Иисус. Когда я слышу о Христе, я сердцем веселюсь и воспеваю в простоте, Спаситель мой Иисус. Спаси, Христос! Слава Христу! Благословенные слова Господни, брат. Благодарю Господа. Благодарю тебя, Христе Божий наш, что сподобил нас и в этот день прикоснуться к Слову Твоему. Дай все услышанное запомнить. Дай дерзновение и смелость рассказать все услышанное здесь другим людям. Выведи нас на пажити Твои, на дело благовестия. И болящую сестру Александру восстанови. Мама Валентина передает поклон всем, склонилась сейчас. Да, и маму брата Игоря. И твою маму. Благослови. Благослови. И наших родителей всех по плоти, близких, друзей. Благослови. Познал. Твое. Сам знаешь, какими путями приведи их к тебе, Господи. И восстанови мир на Украине. Останови это братское кровопролитие. Дай людям покаяться в их злодеяниях и примириться. Мы один народ когда-то, Господи. Прости все наши согрешения, все, чем прогневали Тебя. И останови Твою карающую десницу, но по благодати Твоей и милости умилосердись над нашим народом, Господи. Хвала Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Честь и поклонение, аминь, пресная Войтиков. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Спаси Христос всех. Спаси за труды ваши. На какие?